Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего нашего урока – альтернативные источники энергии и роль пластика в природе. В связи с развитием производственных технологий и значительным ухудшением экологической ситуации во многих регионах земного шара, человечество столкнулось с проблемой поиска новых источников энергии. С одной стороны, количество добываемой энергии должно быть достаточным для развития производства, науки и коммунально-бытовой сферы. С другой стороны, добыча энергии не должна отрицательно сказываться на окружающей среде. Данная постановка вопроса привела к поиску так называемых альтернативных источников энергии. Усилиями мировой науки было обнаружено множество таких источников. На данный момент большинство из них уже используются более или менее широко. Предлагаем вашему вниманию их краткий обзор. Солнечная энергия – это отрасль энергетики, которая использует солнечное излучение для получения тепловой или электрической энергии. Называется солнечной энергетикой или гелиоэнергетикой, от греческого слова «хелио» – «солнце». Солнечные электростанции используются более чем в 80 странах. Основным условием строительства солнечных электростанций является наличие определенного количества солнечной радиации и солнечных дней в году. Количество солнечных дней в Азербайджане составляет 250-270. Солнечными ресурсами богата территория Апшеронского полуострова, Курарской низменности и Нахчеванской автономной республики. В последнее время началось использование этих ресурсов. Были установлены Шамахинская и Нахчеванская солнечные батареи, Сумгаитская, Сураханская и Пиралахинская солнечные электростанции. В настоящее время в мире насчитывается более сотни солнечных электростанций. Самые крупные из них находятся в Калифорнии. Самый простой способ использования солнечной энергии для нагревания воды известен людям с древних времен. С конца XIX века, чтобы обеспечить горячей водой дома, на их крышах стали сооружать солнечные коллекторы. Солнечный коллектор заменили газовые баллоны в быту. Ветровые электростанции вырабатывают энергию от воздушных потоков. Для нормальной работы такой электростанции необходимым условием является наличие ветра со среднегодовой скоростью 4,5 метра в секунду. Азербайджан является одной из тех стран, где использование ветряной энергии выгодно благодаря географическим условиям. Особенно благоприятными являются Апшеронский полуостров, береговая линия Каспийского моря, Гянджи-Ташкесенская зона и Шару-Джульфинский район Нахчеванской республики. Приливно-отливные электростанции расположены у берегов морей и океанов. Именно здесь сила притяжения Солнца и Луны 4 раза в день меняет уровень воды, 2 прилива и 2 отлива. Чтобы получить энергию, на окраине залива или в устье реки устанавливается плотина. Во время приливов и отливов вода, перемещаясь к берегу и обратно, вращает турбины. И с помощью специальных устройств энергия превращается в электрическую энергию. Главным минусом приливных электростанций относятся высокая стоимость и суточные изменения мощности. Основные плюсы – высокая экологичность и низкая себестоимость получения энергии. Для разработки тепловой энергии используются геотермальные электростанции, использующие энергию высокотемпературных грунтовых вод, а также вулканов. Азербайджанская республика богата термальными водами, известные месторождения которых находятся
в ряде районов Большого и Малого Кавказа, Апшеронского полуострова и Талыша. Грозовая энергетика – это разновидность альтернативной энергетики, которая должна ловить энергию молнии и направлять ее в электросеть. Главными преимуществами данного источника энергии перед другими видами топлива являются его экологичность и возобновляемость. В Азербайджане имеются следующие источники биомассы. Воспламеняемые промышленные отходы, отходы от лесного хозяйства и деревообрабатывающего сектора, бытовые и коммунальные отходы и отходы на загрязненных нефтью и нефтепродуктами территориях. Отходы являются одним из источников загрязнения окружающей среды. Пластиковое загрязнение – это процесс накопления продуктов из пластмасс в окружающей среде, отрицательно сказывающийся на живой природе, среде обитания диких животных и людей. Существует очень много видов и форм пластикового загрязнения. Пластиковое загрязнение представлено засорением водоемов, загрязнением воды пластиковыми пакетами и так далее. Среднее время разложения пластмассовых изделий колеблется от 400 до 700 лет. Полиэтиленовые пакеты, которые повседневно используются людьми, в природе разлагаются от 100 до 200 лет. Бумага разлагается 2 года. Алюминиевая посуда разлагается 500 лет. Основные опасения связаны с тем, что пластмассы, попадая в землю, распадаются на мелкие частицы и могут выбрасывать химические вещества, добавленные в них. Попадая в океан, пластик распадается на миллионы мельчайших частиц. Морские обитатели питаются этой частицей, принимая ее за планктон, и пластик попадает в желудок животных. Пластиковое загрязнение способно отравить животных, в свою очередь, может негативно повлиять на продукты питания. Морские млекопитающие могут иногда запутаться в пластмассовых изделиях. Было подсчитано, что более 400 тысяч морских млекопитающих погибает ежегодно в результате пластикового загрязнения. Специалисты выделяют 4 основных способа утилизации пластика – захоронение, сжигание, переработка и компост. А что такое утилизация? Утилизация – это процесс сбора мусора для дальнейшей переработки. Захоронение – самый дешевый способ утилизации отходов, но не все страны применяют этот метод. Сжигание применяют в большинстве стран с умеренным типом климата и малым количеством ветряных дней в течение года. Дым, образующийся при сжигании, содержит металлы, что влияет на озоновый слой Земли и приводит к выпадению кислотных дождей. Переработка является эффективным методом утилизации отходов. В странах Западной Европы практически во всех населенных пунктах есть специальные контейнеры для сбора разных видов отходов. А на этикетках отмечено, каким видом отхода является продукция после использования. Компост получают путем обезвреживания бытовых отходов биологическим методом. В яму засыпают остатки пищевых продуктов, листьев и так далее. Температура в яме, засыпанной мокрым грунтом, поднимается до 60 градусов. При этом образуется биотопливо. При высоких температурах вредные бактерии уничтожаются. Через 6 месяцев обогащенный минералами, азотом, фосфором, калием, компост можно отправить на пашни. Чем больше людей узнают, как их выбор влияет на окружающую среду, тем лучше. Начинать рассказывать об экологии стоит еще в школах и в институтах. Чем больше люди будут узнавать о вреде пластика, тем активнее будет снижаться потребление пластика.
пластиковых изделий. Наш урок окончен. До свидания!